Буйнакский задержан подозреваемый в убийстве. По версии следствия, мужчина нанес несколько ударов топором в разные части тела своему знакомому в ходе возникшего конфликта. Убийство произошло в Астрахани 19 января в квартире, где они проживали вместе. В результате полученных травм житель Астраханской области скончался на месте. После произошедшего злоумышленник на автомобиле жертвы уехал в Дагестан, где его и задержали. По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается. Приехал домой вечером. С кем жил? Посидел там, вино выпил, пообщаюсь, легли спать. Под утром 4 часа будет, начинает ко мне приставать. Видео мне всякие показывает. Я думал, сначала он прикалывается, потом начинает приставать. Связалась у нас драка с ним. И вот то, что в руки мне попалось, я его толкнул на кровать и два раза его топором. Два раза и один раз. Ну, не меньше двух раз я его ударил.